Прикольно, не просто плавать, а еще чем-то такое интересное делать. Ночь в бассейне начинается! Предстоит еще сейчас ночевать здесь на улице около бассейна. Я теперь мокрая, как я буду спать ложиться? Часов 6 утра, и думаю, что мы попадем на виллу, наш дом, который закрыт. Всем привет, я Эли Ди, со мной моя собака Джина, и сегодня будет ночь в бассейне на вилле. Сейчас ночь, мы добрались наконец-то до нашего дома, который мы арендовали, это Кипр, и нас никто не встретил, потому что мы задержались в аэропорту, хотя я связалась сейчас с нашим гидом, который должен был нас здесь встретить, и она сказала, что мы очень сильно задержались, и, к сожалению, сегодня она не сможет уже сюда подъехать, так как глубокая ночь, и приедет завтра рано утром, максимально, как только это возможно будет, ну, не знаю, часов 6 утра. Так как мы приехали, у нас очень хорошее настроение, мы выспались в самолете, очень много энергии, тут такая красота, свой бассейн, свой собственный. Я думаю, это будет очень крутая ночь. Подписывайся на мой канал прямо сейчас, а мы начинаем. Для начала давайте обследуем, что здесь есть во дворе. Напоминаю, дом закрыт, мы туда не попали, и в нашем распоряжении пока только двор. Но здесь есть много всего, насколько я вижу. Давайте посмотрим. Итак, ребята, здесь у нас вот такой, я не знаю, как это, лаунж-зона, что ли, по всей видимости. Здесь есть столик, здесь есть такой вот тоже какой-то плетеные столики. Здесь вход на виллу, но все закрыто. В прошлом видео, я думаю, вы смотрели, если нет, обязательно посмотрите. Мы приехали сюда поздно и не попали сюда, потому что нас никто не встретил. Все везде закрыто. Видео называлось «Что-то пошло не так, чуть не опоздала на самолет». У нас реально в этот день все было сикость-накость. Так, что у нас здесь есть? Здесь есть какое-то странное дерево тропическое. И, короче, шланг, я так понимаю. Ладно. А вот это что за пристройка? О. Аккуратно, Джина, подожди, не заходи. Мало ли что-то. Так, здесь какая-то сушилка стоит, видно, для белья. Ого-го-го-гошеньки. Это все в нашем распоряжении. Я так понимаю, нам можно везде лазить, поскольку и беспредельничать. Дом точно наш, все хорошо. Мы убедились, что это реально наш дом. Все уже заплачено, поэтому мы можем делать все, что хотим здесь. Итак, здесь у нас есть, давайте я вынесу на свет. Вот такой плавательный круг. У нас же будет вечеринка сейчас в бассейне. Ночь в бассейне. Нам понадобится много всего. Так, что здесь еще есть? Здесь есть еще. Смотри, смотри, здесь есть еще вот такая штука. Это этот розовый какой-то этот плавательный плед. Отлично, тоже нам понадобится. Лишним не будет. Вообще, я обожаю всякие такие штуки для купания, потому что, ну, прикольно не просто плавать, а еще чем-то такое интересное делать. О, здесь есть эта штука, про которую я говорила, когда у меня был бассейн из пленки. Я говорила, что это такой утеплитель для труб, и его тоже можно использовать. Но это вот такая самая настоящая плавательная трубочка. Что еще здесь есть? Парочка мечей. Джина, это для тебя мечи. Мечи, это все для тебя. Давайте их я выгоню отсюда. Слушайте, и остальное здесь какие-то ведра, полотенца и для шашлыка, как это сказать, мангальные всякие штучки. Ладно, это мы оставим, нам сейчас это не так интересно. Давайте же пойдем дальше. Джин, пойдем, выходи. Жене все интересно, она все нюхает, все новое, естественно. Может, вокруг дома пройдемся и потом сразу к бассейну? Здесь у нас кусты, везде такая подсветочка, понятно. Очень интересно, это соседи, соседи. Здесь вообще район исключительно с вот такими домами-виллами. То есть они прям вот друг с другом так вот насажены рядом-рядом. Но забор, в принципе, между домами достаточно высокий, поэтому можно будет веселиться у бассейна и не думать, что кто-то будет подсматривать. Еще здесь есть цветы, например, здесь есть куст розы. Слушайте, вот это мне очень, конечно, нравится, но она такая как бы немножко дикая, то есть она должна быть более ухоженная, на мой взгляд, но как бы сама цветет из-за того, что здесь такая обалденная погода. Что ей еще нужно? Солнце, да, тепло. Ну и вода, конечно. Так, дальше у нас здесь тоже кусты, вход в дом, который закрыт. Ну ладно, я думаю, это в следующем ролике я вам покажу, что у нас в доме. Сделаю такой большой рум-тур глобальный, но это в следующем ролике, поэтому не пропустите, подписывайтесь. И дальше у нас здесь есть сам вход, через который мы зашли. Собственно говоря, вот так вот по кругу вокруг дома и идет наш двор.
Ну, давайте теперь пойдем в бассейн, посмотрим, что там. Джина, в бассейн идем. Здесь тоже кусты, пальмы и все такие дела. Это, я думаю, так у каждого здесь на участке. И здесь вот такой бассейн. Слушайте, бассейн на самом деле большой. Насколько я знаю, это один как бы крупный очень бассейн по сравнению со всеми даже остальными бассейнами, которые есть у соседей. Ребят, я думаю, что я не могу вообще ждать. Я очень хочу купаться. Я прям мечтала просто. Это летела в самолете и думала, что приеду, сразу это сделаю. Поэтому, естественно, я сейчас буду купаться. Я надеюсь, что вода теплая. А какая она еще может быть, если на улице почти плюс 30? Кстати, а там еще вон лежаки. Их очень много, конечно, нас двое, а там лежаков очень много. Если что, на них можно будет поспать, я так думаю. Офигенно! Так, для того, чтобы не искупаться, мне нужен, конечно, купальник. Естественно. Я с собой, конечно же, взяла купальник, я надеюсь, я его не забыла. Так, это наши вещи, они пусть так здесь и лежат на всю ночь. Круто вообще, просто супер. Вот мой купальник. Переодеваюсь. Итак, я одела купальник. В той пристройке я нашла еще полотенце. Думаю, оно мне пригодится. Завязала волосы, и я, собственно говоря, готова. Пойдемте купаться. Так, здесь есть лестница. Ну-ка, как водичка. Ой, блин, она очень теплая. Она реально очень теплая. Она такая, как, знаете, почти как в ванной. Почти. Ну, ничего удивительного. На улице сейчас почти 30 градусов ночью, поэтому... Понятное дело, что бассейн такой теплый. С подсветкой бассейн. Так, интересно, какая тут глубина вообще. Так. О, какой гладкий. Услышите, какой гладкий пол. Очень похож по ощущениям на мой бассейн из пленки. Вот так же гладенько все. Так, ну здесь вот как-то так. Сейчас давайте я... Нет, я хочу занырнуть вообще-то. Ночь в бассейне начинается! Ништяк! Наконец-то, ребята! Очень круто! Ого, а здесь углубление, короче, в бассейне. Сейчас дайте посмотрю, какая здесь глубина. Ой, ой, да, слушайте, я не достаю реально до дна. Здесь реально глубоко. Ну, может быть, метров 2, наверное. Ух ты, очень круто. Здесь, значит, можно вообще здорово плавать. Слушайте, ребята, какая теплая вода, я даже не ожидала. То есть она настолько комфортная, что нет ощущения, знаете, когда в море заходишь, тебя там передрагивает первое время, ничего такого нету. Очень тепло, очень круто. А ночью, мне кажется, это вообще классно. Ой. Да, ребята, этот бассейн полностью в нашем распоряжении, потому что мы арендовали этот дом, и это частный дом, и, соответственно, бассейн как бы только для нас. И для собаки Джины, конечно. Джина как-то себя странно ведет. Видимо, она не очень хочет идти в бассейн купаться. Может, потому что ночь? Не знаю. О, это кайф. Это просто супер. А где круги мои? Где матрасы? Где все? Давай сюда круг. Вау! Почему такой большой? Как на него забраться? Он такой огромный. Еще матрас есть. Матрас есть? Давай. Лови матрас. Давай. Я очень давно никуда не ездила, не отдыхала, поэтому у меня сейчас столько эмоций, такое хорошее настроение, что просто, ну о каком сне может идти речь? Поэтому ночь в бассейне в самом разгаре. Он скользкий. И он полуздутый. О, класс. Ой, я чувствую, я отсюда не буду вылазить. Буду делать сторис в Инстаграм постоянно. Ссылка на мой Инстаграм, кстати, в описании под этим видео. Вы можете постоянно следить за сторис. Я буду снимать, что здесь происходит. Очень активно сейчас буду снимать, так что обязательно следите. Какое звездное небо. Я не знаю, конечно, камера не передаст этого, потому что, ну, все-таки... Этого, наверное, будет не видно, особенно из-за света в бассейне, но реально, такое звездное небо в Москве такого нет. Так, я теперь мокрая, как я буду спать ложиться? Спать я, наверное, буду ложиться потом на вот этих лежаках, потому что, ну, это все равно как бы кровать, очень похоже на кровать. Но надо бы как-то вытереться будет получше и обустроиться. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Джин, давай играть в яйцо. Давай скорей. Давай я тебе брошу мяч, а ты будешь мне его бросать. Давай, Джинка. Лови. Давай, лови. Ну, хорошо. Ну, давай еще. Лови. Хорошо. Лови.
Хорошо, молодец, давай еще. Димка, лови. Хорошо. И еще давай, лови. Ой, хорошо, бравушки. Молодец, давай еще лови. А, круто. Ну давай еще. Димка, давай, лови. Давай, хорошо. И еще. Молодец. Ой, умница, классно. Джине очень нравится, прикольно. Давай еще, Джинка. Лови, давай. Хорошо, молодец. И нравится тебе, да? Ну давай еще. Кому нравится Джинка, ставь палец вверх. И, кстати говоря, я думаю, что на моем подсканале я сниму ролик о том, как Джинка здесь плавает в бассейне. Ведь это же прикольно, ей нравится, кажется. Ссылка на мой канал о питомцах, в котором Джинка, в описании под этим видео. Обязательно ждите, там такой крутой ролик. Еще мне очень нравится делать вот так. Берешь мяч, опускаешь его максимально на дно и... Джинка, мяч, и Джине нравится это, ее это раззадоривает. Смотри, смотри. Да, 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 сейчас будет мячик, смотри. И... Да, да, Джинка. Прикольно. Еще? Еще сделать так? Джине нравится, смотри, как она раззадорилась. Так, ждем, ждать. И... Раз, два, три. Вообще, конечно, очень хотелось бы попрыгать в бассейн, но мне предстоит еще сейчас ночевать здесь на улице около бассейна, и я думаю, что волосы у меня могут не высохнуть, по крайней мере. Но если вам интересен будет такой ролик, напишите в комментариях под этим видео, типа там, прыжки в бассейн, я что-нибудь такое сниму. Тихо, тихо, Джина, ты чего? Джина куда-то убежала. Джина, ты что там услышала? Джина что-то услышала и побежала. Ну что, ребят, кажется, пора уже укладываться отдыхать. Сейчас вы узнаете, как я это сделаю. Я еще сама пока не знаю, как я это сделаю, но как-то я должна обустроиться. У нас есть очень много лежаков, сколько там их, 7, и надо как-то понять, как мы ляжем там, для того, чтобы хоть, ну, отдохнуть все равно, с дороги же надо. Давайте пойдемте посмотрим. Вот так вот, короче, я здесь расположусь, потому что дом все равно закрыт, а где-то прилечь все равно надо. Давайте я как-то попробую. Джина очень хочет, видно, со мной лечь. Да, Джин? Прыгай, можно. Да, Джина, кажется, здесь со мной разляжется. Ложись спать. На самом деле я не ожидала, что тут настолько тепло, и мне даже не нужно практически вытираться и укрываться, реально очень комфортно. В принципе, ничего удивительного, потому что Кипр находится рядом с Африкой, здесь очень тепло, и даже ночью почти плюс 30. Поэтому так я дождусь утра, приедет наш гид часов 6 утра, и думаю, что мы попадем на виллу, наш дом, который закрыт. Ну а подробнее о доме вы увидите в следующих роликах. Подписывайся на мой канал и увидимся!